В Люберцах продолжается ремонт подъездов жилых домов. В этом году в планах городского округа привести в порядок 470 входных групп. За два месяца подрядные организации завершили работы на 50 объектах. Наша съемочная группа побывала в доме, где наносят последние штрихи косметического ремонта. Красота неописуемая. Дому номер 38 на улице Калинина больше 40 лет. Управляющая компания ЛГЖТ, которая обслуживает девятиэтажку, периодически проводит в нем ремонт подъездов. Входную группу здесь обновляют каждые 5 лет. И в этом году в местах общего пользования МКД снова запахло краской. Мы все согласуем с жителями, все виды работ, любые новшества, любые изменения, любые переносы, даже почтовые ящики. Мы все согласуем с жителями. Мы всю эту работу выполняем. Тот же с теми нормативами, которые установлены в нашей области. Кроме покраски стен и потолков, в подъездах этого дома обновили плитку, установили новое освещение и поменяли электрические шкафы. Качество выполненных работ оценил глава округа Владимир Ужицкий. Здесь люди есть опытные, по крайней мере, есть такая материальная хорошая база, в отличие от многих управляющих компаний, которые возникли там последние годы. Все-таки ЛГЖТ – это с историей компания, поэтому у меня нет опасений, поэтому все работы будут сделаны и качественно, и в срок. Управляющей компании предстоит отремонтировать подавляющее большинство подъездов, вошедших в планы этого года. 400 объектов из 470. Полностью справиться со своей задачей сотрудники ЛГЖТ должны к началу сентября. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.